Как при помощи огурца, тарелки, бокорезов или любой другой вещи снимать себя на заднюю камеру? Видели этих блогеров, что советуют контролировать кадр с задней камеры при помощи MacBook Pro Air, Tsungum, Apple Watch или оператора Universal Pictures, что будет со стороны тебя корректировать? Что здесь сложного? Не понимаю, ты чё, нищий? Тоже бесит? Это видео адекватный гайд, как снимать себя на заднюю камеру для каждого. Берете любой предмет. Огурец. Включаете сетку на камере. Кладете предмет по центру кадра, ориентируясь по сетке. Дальше размещаете середину своей туши относительно предмета. Если стоите, то размещаете между двумя лапами. Все. Вы, блядь, в центре кадра. Если вы совсем дергающийся, юзающий жопой дегрот, не способны усидеть в кадре, то поставьте ориентиры и по краям кадра. Подписывайся, у меня есть огурцы.